Всем приветик, с вами Алена, я рассказываю вам новости от мультики ТВ и Джинджер Прайс. Настил нам с мультики ТВ. Он снял видео, чел, ты... Много точек. Там он говорит то, что... Почему написал такой комментарий, а еще мы видели странные звуки. Такие звуки мы видим, когда он листает какие-то каналы. Но тут нам показывает только одно фото. Какие еще были каналы, неизвестно. Вышел трейлер 105-й серии, мне до места. Кстати, когда все прыгают в телевизор, то это напоминает фильм «Второй друзья. Настоящее времени» и видео про композицию. Второе, друзей, в титрах есть ошибка. Кайл делал композицию, но, наверное, не делал. И всех делают эту композицию. И интересно, какая будет музыка? А то вдруг помогал для серии песня от Гейста. Кстати, там были одинаковые фон заставки самой серии титров. Надо было другой фон взять. Новый сериал вышел «Трое лучших друзей». Это от мультишоу «Джинджер Прайс». Он не сказал про приключения Кэнди. Наверное, это будет спин-офф к приключениям Кэнди. Вышло видео не русские, новые серии «Второе друзей» уже на Ютубе. Там просто мультик ТВ гоняет в Роблокс в стиле Вити. Наверное, в Вити появится «Второе друзей». И, наконец-то, серия «Не до места». Нету ремонта или Гейста. А если не заметила, когда Гейст говорит, то он шевелит ртом. А еще фраза обрезана. Вот я вам покажу эти моменты. Пузич! А еще была дыра, и откуда он попал в пляж. Только не опять! А еще в Инстаграме вышла серия «Проигрался». И там нету ремодели Макара, и все как неизвестно, Макар проигрался в Роблокс. Вот и название серии. И тут нету плюс серии. И это значит то, что несколько подобных серий не получился. А теперь приступим к Джинджер Прайс. У Джинджер Прайс сменилась аватарка, фу. Она какая-то странная. И шапка. Вау, космоса. Оказалось, что в меме Life Fake был еще и Пайпер из Brawl Stars, а также эта песня была из Парапы. Увы, заметили, что в моей аватарке и шапке был Парапа. Наверное, я измену в стиле Парапа. Или надо изменить название канала на Вис на фанатки Парапы. Вышел новое меме. Файс Винг меме с лабуриным о Тойти Вирслайф Элитба 1.25. И она говорит о новом проекте. Нам неизвестно название, но будет работать в мультике ТВ. Также имя одно было в видео Некони. Козло мало и 6. А еще вышло видео с Транзайна Вэлто видео. И просто Тара танцует под Симпл Димплом. Наверное, это навек то, что появится новый сериал Симпл Димпл. Потому что Поп Ит есть. Или отсылки до этих сериалов, а именно Симпл Димпл и Поп Ит, будет у Тары друзей. А еще у Фейнинга друзья. Вышла новая серия «Страшный сон призрака». И ты, я посмотрел «Странный сон Миши». Но только вместо «Страшный» есть у призрака приснился, как у него был взрыв. Это отсылка на предыдущую серию. Называлась «У Кинин взорвалась машина». И как говорит сам создатель этого мультика, то ждите восьмую серию 8 июня. А может так. У меня появилась идея. Пишите свои ответы, что будет сюжеты 8 серии и новые приключения Сары. Название и название серии.
А еще а лучшие из них попадут в 8 серии, которая будет в 8 июня. Не пропустите-ка. Ну что ж, всем пока. Вот сниму последнее видео с этой рисовкой. То есть это мобайзом. Потом я поменяю. И всем пока.